Аскоридоз. Аскориды – довольно длинные круглые черви, нематоды. Самки достигают 40 см, самцы – 25 см. Продолжительность жизни – около года. По внешнему виду взрослые аскориды напоминают обыкновенных дождевых круглых червей, имеют рот, окруженный тремя губами. Размножаются половым путем. Самка аскориды, находящаяся в кишечнике человека, откладывает в день более 200 тысяч яиц. При благоприятных условиях в каждом яйце формируется маленькая личинка аскориды. С плохо вымытыми продуктами яйца попадают к человеку, в рот и желудочно-кишечный тракт. Здесь наружная оболочка рассасывается, и маленькие личинки аскориды пробуравливают стенки кишечника и попадают в кровеносные сосуды, а потом стоком крови переносятся в печень, легкие, сердце. В легких образуются так называемые эозинофильные инфильтраты, которые вызывают сильный кашель. Откашливаясь, вы доставляете личинок аскориды к себе в глотку и заглатываете вторично. Продвинувшись до тонкого кишечника, они, наконец, обосновываются здесь надолго, растут, развиваются, становятся взрослыми червями-паразитами и после оплодотворения начинают откладывать яйца снова. Переходите на сайт по ссылочке внизу. Подпишитесь на канал Medical Advice, и вы не пропустите следующее видео о здоровье.